Надо одевать. Привет, дорогие друзья. Рыбацкий костюм надо одевать. Да, мы наконец-то на рыбалочке. Добрались отлично. Место то, что мы хотели занять, свободное. Саня, среди концов, концов наша конец и наконец, да? Да. Мы сегодня давно собирались, Санька, никак нас не получалось, то у меня с работой, то у него с работой. Ну, короче, сегодня наконец-то звезды сошлись. Да, и теперь мы будем вместе. Да, теперь мы будем вместе. Вот. Водоем, жить вместе будем, да? Водоем нас тот же. Нас он преследует, потому что у нас с ним не сведены счеты. Десь тут плавает Гриша на 17200, якого мы должны обязательно колись поймать. Все, все супер. Начинаем. Давай распаковывай. Да. Ну шо? Что делать, когда? Да, когда хочется рыбки. Когда озеро, когда озеро не приходит, то поймите. Да. Надо изменить озеро. Так. Сань, то я кину, поймаю. Так, лесоруб Александр. Пішов, пішов. Санька, дай. Та що там ми? Маленькі веточки. Отлично. Замечательно. І нижні, оці на яких ти стоїш. Оказывается, Александр немного еще и Маугли. Она сказала в воде не купаться. Ну, значит, мы не договаривались. Аккуратно, Санек. Тут не высок. Просто на видео кажется, что тут высок. Хорошо, что у тебя этот и футболка, и штаны светлые, понял? Тебя на камере видно. Аккуратно. Аккуратно, я тебя прошу. Вот только ж приехали, Саня. Что даже чаю не попьем. Знаешь, так в анекдоте. Аккуратно, аккуратно. Давай руку. Хорошо, ходи. Фу. Лагерь в самом разгаре. В постройке. Да? И мы решили поклониться водяному цього водойма, да, Саня? Ви, да. А ви? Я. Папа, кинь це безнадежне діло. Оті удочки. Так. Ну давайте, мужики. Щоб водяные нас приняли и в цей раз на цьому водойме. Будь добру. Да, время анекдота. Ну давай. Да. Рубрика анекдот. Короче, дорогие друзья, у нас такий повод сегодня организовался тут на рыбалке. Ну, це ще пока не анекдот. У нас реальный повод. Ну, свершилось две классных покупки. Одна у моего товарища. Вот, вот стоит, вот стоит, да, вот так вот стоит. Вот. А другая у вот нас с батей. Зеленая. Или красная. Красная. Вот. Ну и по этому поводу анекдот. По поводу покупок, ну ладно, давай. Да, по поводу покупок, ну, короче, давай расскажи. Сын вертается с букмекерской конторы, всю ночь играл, вертается, батя дома машину мыет. Мыет, то подходит, батя каже. Не ми, вона вже не наша. Наігрався, блін. Слушай, Санька, а що це таке? Де? Макушатник, пружина. Ні, оце ж зачем ти їдеш? А це ж... Один, два, два, три, три. Це точки завоза. Ну, короче, перша точка. А, ти в смысле із-за... Не для себе, щоб не забувати. Ні, буває просто, ну, так. Точки удилищ не совпадають точками GPS. Понял? То есть, ну, первое удилище, я знаю, что у меня слева направо идут удилища. То есть первое у меня там, четвертый тут. Понял? Да. Вот. И что я делаю? Отмечаю рабочие точки себе. Я могу, допустим, вторую поставить кормовую точку. Ну, и ловить с подхода первым-вторым удилищем. То есть у меня будет по GPS идти
первая рабочая точка, вторая кормовая точка, третья рабочая точка. И чтобы цен не путаться, вы мне не завозите оснастку, ложить на подходе пятен. Вот, я записываю это на листочек. Потом я пишу, на что ловлю, яка точка на что насажена. Понятно. Ну еще плюс, если накормишь хорошо водяного, да, чтобы тоже не забывать. Да, если да, хорошо с водяным познакомиться, чтобы тоже на уровне путь. Четвертый надеваешь? Да, это уже... Шоу третий час. Третий час, да. У нас вот гастроли начинаются, жабьи. Сколько получается время? 19:34. Ну все, пора, конечно. Сейчас возьмемся. Вечерний фестиваль. Тут все дуже просто. Понятно. Литкор на открытом бункере продеваем, шток убраний. Проділи, придержали, закрили. Так, есть. Тут поправляем остаточку, ну так, чтобы она у нас лежала аккуратненько. Засыпаем буквально чуть-чуть прикормочки. Да, это не надо. Потому что мы будем пятнышко кормить потом между этих точек двух. Все, душка открыта, прищепка одета, да? Да. Ага. Ну, оснастка не зацеплена. Тоже хорошо, да. Завозь, оставляй. Ну что? Никогда не забывайте, да. Вот, раз, зацепляемся за литро. Ну, я просто как, надо робить петля в петлю. Ну, у меня тут для быстроты действий сделаны карабины. Мне так проще. Мне так нравится. Я так люблю. Я рыбалка, я люблю. Давай. И то в среднем получается на одну, за одну завоз 3 минуты ухода. В среднем, да? Ну да. Ну, чтобы перезарядиться, да, и так далее. Все, высыпай. Да. Зачем далеко возить, да? Наблюдай там. Так, выбираем на пульту первую точечку и Все, указание дал. Короче, рубрика анекдот. Как раз нас проехал этот. Проехал администратор ставка. Вот. На адской машине. Анекдот на всю тему. Сидит соловей разбойник на дереве. Коли богатырь скачет на коне. Каже, чуешь, каже, ты не бачив соловей разбойник, каже, дружище, каже, ты не бачив. Печенеги, каже, в яку сторону бочку водки покатили? Соловей розбойник, туда. От. Каже, туда покатили. То ви, спасибо, друг, спасибо, братан. Не забуду, блин, поскакав. Проходить полчаса, другий скаче, богатий на коні. Ілля Муромець там, да?
Ой, Соловушка, ой, привет, дружище. Ты не бачив, каже, куди печеняги в бочку з водки покатили? Туда. Ой, ой, друже, спасибо, поскакав. Ну, короче, третій богатирь, та сама історія. Куда, той туда. Той, спасибо, брат, все. Слой розбойник сидів, так репу почухав. Каже, ні, ну що за люди, каже, туди скачуть, і спасибо тобі, і пожалуйста, і люди як люди, каже, а обратно, каже, то не так сидиш, то не так свистиш. Доброе утро выглядит приблизительно так. Вот мы уже проснулись. Мы давно проснулись. Ну да. Опа. Я же вас тянул, все нормально, стою, вот хорошо. Скажи, давно проснулся, ты сколько? 10 минут назад проснулся? Нет, Саша, я проснулся без 20. Ровно час. А, часик. Да, ровно час. Ой, спалось хорошо, но... Час 10. Ну, с комарам это вообще жесть. Комары не друзья. Не друзья нам вообще, не друзья. Интересно, что, ночка как... была интересна, да, папа? Угу. Я в машине спал. Так, Санечек делает перезаброс. Так. В Саньке тут вообще так красиво. Три удилища, все аккуратненько. Если бы клювало. Еще бы, каже, клювало, вообще в цены этой рыбалки не было. Отлично. Там, где мы дорожку сыпали кораблем, да? Ну да. У нас идет дождь. Сегодня клюют одни тузики. Тузланы, тузланы. Это даже сложно назвать тузланом. Ее там немає. А может рак? Не, есть. Есть, воде, воде, диви який. Парняга. К успеху йшов. Диви який. Тузик. Це даже, папа, це даже сложно тузиком назвати. Це даже не тузик. Це ой божечки називається. Ой божечки, хто ти? Здравствуйте, я карась. Випускаємо цього карася. Це вже десятий. Який, папа, ми б уже його в відро привезли, бо ви вперлись в цього карася. Ну це ж не серйозно. Ну а рибка проснулася, да? А от там вон такий прольот, на сонце видно. Пожди, пожди. О, утопили рибу. Хорошо. Все. Топор, да? Та ж. Ми без тебе не будемо, Сань. Все, Санчик, давай, удачі. Килограмма полтора. Не, ничего, нормально, забежь не грузом. Не получил подмотать. Так, ну, к сожалению, сход. Сошел уже под самым-самым берегом.
выбросил. Возвращается сам домой. Делаем закорм пятна дополнительный. Так. То есть без оснастки, просто завозим на точку корм. Так, что у нас тут по корму? Засыпай. Думаю, достаточно. Так, отлично. Так, сейчас поплыву кораблик туда вот. До вот этих коряжек. Между этих корях точка закормочная. Выбираем на телеметрии пятую точку. И поплыли. Присоединился батя, и он ловит таких сковородочных карасей, да, бобиков. Да, бобики маленькие, но хоть что-то. Но приятненькие, да? Но хоть что-то, веселее. Да, веселее. Вот так, на сковородочку, уже даже не на одну. Бобики — это вкусняшки. 3 сутки мы на водоеме. Вот. Вот такая вот красота. Крупного пока, к сожалению, не было. Но мы ждем. Ждем. Было 2 схода. Вот такая вот красивая здесь природа. Thank you.
Так, ну в нашем улове вот попался опять-таки карасик золотый, красавец. О. Мы его отпускаем и загадываем желание, чтобы он нам на следующую рыбалку принес хороший трофей. Вот. Такий красавец. Выпускаем. Вот. Давай нам за трофеем хорошим. Финал рыбалки. Дивись, стрелять. А ще за цю рибалку наловили от таких три сковородки карася ладошечного. Ладошка трошки більше. Приятний карасик. Прекрасное завершение рыбалки. Вот такие красавчики.